Или нет, мой друг? Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники, а также гости канала, а также случайные прохожие. Ну и господа хейтеры, привет. Как же без вас? Так. Московское время 17 часов 20 минут. Сегодня у нас опять кассетная тема с Авито. Аудиокассеты. Тыкс, где ты тут? Вот. С вами мы предыдущую коробку смотрели. Красотища. Прям изумительное состояние. Надо, пожалуй, знаете, еще хапнуть. Давайте посмотрим. Взял-то я, вот, грубо говоря, вот из-за этих оранжевых. Ну, тут есть повторы из предыдущей коробки, которые, помните, без этикеток. Так. Спящая красавица, по-моему, есть у нас. Так, по-моему, тоже есть невинный Румянов. Так, братья Гримм, не помню. По-моему, тоже есть. Неважно. Будет дубликат. Цена 35 рублей всего. И, как говорил один герой, чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать ненужное. Но я продал ненужное, причем оно было... Ненужное было продано за большую цену, чем я брал. Так что эта цена тут где-то... Доставка бесплатная. Мы еще как за часы вот эти не истратим баллы. Так что где-то рублей 20 вышло. Так, что тут такая сладкая ловушка Васильева Виторган. Такая... Там состояние изумительное, прям не царапки. Сказки дядюшки Римус у нас такая есть. Ну, еще будет. Да, про этого. Про кролика. Так, Юрий Яковлев. Избранные сказки. По щучьему велению «Кот в сапогах» серии «Живая сказка». И судя, знаете, что? Ух ты, какая кассетка, смотрите, красотища какая. Два жирафа. И судя по намотке, они даже не читались. По-моему, заводская намотка. Так, это чего так? Машенька и медведь, три поросенка. Тут надо, пожалуй, первый поставить. Сама кассета даже интересная. Так, французские сказки такая есть. Очень много повторов из предыдущего коробки. Так, Жюль Верн, часть вторая. Жюль Верн, часть первая. Вот, смотрите, какая штука. Вицин, Плят. Красотища. Ну,
Отнесем их тоже к сказкам. Там шикарно. Намотка, конечно. Так себе, так. Это красота. Так, восточные сказки. Валентин Гафт. Норвежские сказки. С участием В. Никулина. В стране гномов и троллей. Руки до них, конечно, дойдут не скоро. На счету коробку. Так, Русалкин гребешок, кстати, Вера Васильева. Мы еще ту коробку не, только начали слегка, а тут их 30 штук в этой. Так, сказки это Андерсена в исполнении Олега Табакова. Так, ну... Так, царевна-лягушка. Да, они не слушались. Нет, заводская намотка. Наверное, было не до сказок. Дети просто выросли незаметно. Пойди туда, не знаю куда. Ты конек-горбунок. Так, русские сказки. Да, или не слушались, или что-то слушались на такой супертехнике, которая там изумительно наматывала. Так, Фока на все руки Дока, горе и не беда, каша из топора. Сказки по мультфильмам. Интересно. Баба Яга. 2002 год. Так, а что у нас тут конек-горбунек делает? Давайте посмотрим. А, две кассеты, значит. Это название, значит, вот. Все правильно. Будем знать, это две. Значит, там собрание сказок. Аленький цветочек. Ух ты, смотрите, какое чудо. Шикарно. Интересно, это... Как его звать? Там точно сказка записана. Да, вот уже две таких интересных попалось. Так, лягушка-путешественница. Царевна-лягушка. Лягушачья тема. Бесстрашный солдат. Василиса прекрасная. Так, волшебные ягоды. Финист Ясный Сокол. Садко.
А не Шмидт, Виплала. Это не наша. Кощей Бессмертный. 2001 год. Елена Премудрая, Василиса Прекрасная, Елена Премудрая, что у нас тут только нет. Год. 20 с лишним лет кассетам. Так. Уж не знаю, когда это руки дойдут, все это слушать. Надо слушаем обязательно. Что вот такая вот интересная. Мне все-таки мне кажется, это заводская намотка. Не знаю, все одни блики, но видите, как намотано. Вот это вообще чудо из чудес. Абхалейский Саунд Продакшн, 1994 год. В общем, таких вот я чудес не видел. Ну, это... Знаете, что... Сразу, видать, это что-то отечественное. Даже болты не черные, не хромированные, а простые железные, без всякого покрытия. Интересная наклейка. Супер. Пупер. А, она, кстати, оборвана. Не то, что оборвана, а рекорд. Отклеился от времени, а сразу дать отечественный. Но это ничего страшного. Она на болтах, это все починка. Кстати, тут недавно продавался эти набор для склейки. Не успел его хватить. 4,50 советские. Станок. Как их зарезать. Я помню, все советское время эта штука в магазинах лежала, этот станок. Так что вот, вот такие вот у нас пополнения. До новых встреч. Продолжение следует.